Компания Nikon имеет очень богатую интересную историю. Этой фирмой было произведено множество фотоаппаратов, многие из которых были по-своему уникальны. Сегодня мы рассмотрим Coolpix P7000 – компактную камеру с амбициями полупрофессиональной. Дизайнеры решили вернуться к истокам и выполнили ее в ретро-стиле, но внутри нее высокотехнологичная новинка. Удалось ли производителю сотворить еще одну выдающуюся модель? Заслуживает ли она вашего внимания? Ответы на эти вопросы вы сможете узнать, посмотрев наш обзор. В комплект поставки входит аккумулятор на 1030 мАч, зарядное устройство, кабели аудио-видео и мини-USB, фирменный ремешок на шею, диск с необходимым программным обеспечением, руководство пользователя и прочая документация. Дизайнеры Nikon умеют удивлять. На этот раз они отказались от минималистичного стиля и ультракомпактных габаритов. Аппарат крупный, выглядит солидно и мужественно, хотя его размеры и вес, конечно же, не сравнятся с зеркалками. И это хорошо. Корпус P7000 выполнен из прочного металла с матовой поверхностью и приятного на ощупь. Выпуклая рукоять и вставка сзади резиновые, что фиксирует устройство в руке и не позволит ему выскользнуть. Качество сборки на высоте. Устройство ощущается как единое целое. Благодаря крупным габаритам у производителя появилось достаточно места для размещения всех необходимых элементов управления, и это очень удобно. На лицевой стороне здесь разместились окошко оптического видоискателя, системный стереомикрофон, инфракрасный приемник, настраиваемая клавиша Function и объектив. Последний имеет специальную резьбу для использования широкоугольного конвертера и других насадок. Левый бок занимает вход для микрофона, правый – порт HDMI и объединенный порт USB и аудио-видео выход. Наверху находится сразу три управляющих диска, каждый из которых имеет свои функции. Крайний правый отвечает за ввод экспо-коррекции. Далее идет диск выбора режимов съемки, а третий для быстрого управления другими настройками. Кроме них, сверху вы найдете встроенную вспышку и разъем горячий башмак для внешней, а также кнопки переключения приоритетов выдержки диафрагмы, включения, спуска затвора и рычажок регулировки зума. Внизу производители поместили динамик, резьбу для штатива, отсек для аккумулятора и слот для карт памяти. Первое, что бросается в глаза на задней стороне, это крупный 3-дюймовый дисплей. Над ним вы найдете кнопку вызова вспышки, глазок оптического видоискателя с резиновым ободком и колесиком его диоптрийной подстройки. Изменение параметров и навигация по меню осуществляется при помощи двух дисков. Завершают список органов управления клавиши управления дисплеем, меню просмотра и удаления от снятого, а также навигационный джойпад с кнопкой ОК в центре. Производители дают опытному фотографу возможность очень оперативно и тонко регулировать практически каждый параметр, настраивать функции кнопок, подстраивать камеру под свои привычки. Работать с P7000 очень приятно и удобно, а съемка проходит максимально оперативно, так что вы не упустите ни один яркий кадр. Хоть и внешность у P7000 напоминает ретро-камеры, его функциональная сторона на высоте. Здесь установлена большая CCD-матрица, и многие фотографы полагают, что сенсоры этого типа дают более естественные цвета. Разрешение ее не рекордное – 10,1 мегапикселя. Однако это позволяет справиться с шумами на высоких ISO и получать высококачественные снимки с отличной детализацией размером 3648 на 2736 точек. Значения светочувствительности здесь варьируют от ISO 100 до 12800, что делает возможным съемку даже в полной темноте. При этом значения вплоть до ISO 800 можно использовать безо всяких опасений о шуме. Производители установили на новинку универсальный 7-кратный объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 28-200 мм, который позволит получать как естественные широкоугольные планы, так и заняться портретной и макросъемками. Для подавления колебаний камеры предусмотрена фирменная функция стабилизации VR. P7000 не только фотографирует, но и записывает видео. Поддерживается запись HD-клипов с разрешением 1280 на 720 точек и стереозвуком. При этом во время съемки работает автоматическая и ручная фокусировка. Благодаря специальному гнезду вы сможете также подключать и внешний микрофон и получить высококачественную звуковую дорожку. Аппарат использует карты SD-SDHC,
но оснащен и встроенной памятью на 79 мегабайт. Для новичков здесь предусмотрен автоматический режим, в котором можно расслабиться и получать удовольствие от простого фотографирования в стиле point and shoot. В то же время опытные любители получат возможность совершенствовать свои навыки, настраивая огромный спектр параметров. Кроме того, есть возможность сохранять и вызывать личные пресеты наборов настроек. И вновь Nikon выпустила отличный аппарат продвинутого класса. Он подойдет как для тех, кто хотел бы иметь мощную компактную камеру, как замену зеркалки, так и для тех новичков, кто хотел бы приобрести аппарат на вырост. Широкий спектр настроек, удобная система их регулирования обеспечат вам доступ ко всем тонкостям фотографии. В любом случае, вас ожидает превосходный результат в виде высококачественных фото и видеозаписей. Наслаждайтесь жизнью и фотографируйте больше. Вместе с камерой Nikon Coolpix P7000.